Жил был писец Жора. Жора жил в учебном заведении и преподавал экологию. Жора со своими учениками отправился на корабле в Тихий океан. Судно вдруг всплыло в пятнадцатом в середине океана. Там умирал дельфин. Писец со своими учениками спасли его и погрузили в аквариум на корабле. Потом они его выпустили в чистое море. А потом они вывезли весь мусор из Тихого океана. Я Арсений Ангелуца. Я Витя Кополь.